Так, всем снова здрасте, товарищи. Мы дальше проходим игру The Ring 98 года. Сейчас мы пообследовали несколько комнат. Мне пришлось сделать стоп-старт, за то, что OBS опять моросил, так сказать. Оставала картинка от звука. Так что продолжаем. Да ё-моё, зайди ты в эту дверь. Так, привет, Химилак. Да что за хрень, эти чудики везде. Так, минус один. Анонист. Что они сейчас в сортире делали, чтобы быть подробно. Так, патроны обреза. У меня, кстати, обрез там остался. Плохо. Бродим, короче, как обычно. Еще часика два ключ поищем. Будем искать. Да сколько можно? Они что, издеваются, что ли? Давайте запихните меня по полной программе. Да. За твою налево. А, перезарядка. Падла. Супер, нас ранили, конечно же. Что-то многовато монстров стало на один квадратный метр. Что-то даже слишком многовато. Батарейка, блин. О, меджеле дали, это хорошо. Давно пора. Еще одна батарейка, что ли? Дали мне батарейку. Как там, как вообще здоровье хоть? Так, здоровье плохо. У нас патрон ружья есть. И автомат почти разряженный. Да пошел прочь налево. Вася, чертова дверь. У нас бы гранатомет тоже выкинуть, только пустой. Привет, Анимуша. Всем привет, товарищи. Так, вот мы осмотрели эти каюты. Вон там осталась комната, еще одна комната. Сейчас, в общем, бежим налево. Так. Да, черт возьми. I really to go, I'm sorry, thank you for all. Да, no problem, no problem. Так, вещи. По-моему, пора уже использовать. Фу ты, блин, мы желе не взяли, оказывается. Мы не взяли желе, оно осталось там. Ну, блин, просто супер. Ладно, вернемся. Потом.
Проверим тут. Короче, здесь все закрыто, как я понял. Чего их так много-то? Какая-то изоляция. Откуда? Блин, тут ни хрена нет. Да отвали. Твою мать. Слезьте от нас. Конечно, не в ту комнату должен был зайти. Че прикалываете? Что за горилла тут засунули? Не, они издеваются, что ли? Какого хрена они тут появились все? Да где эта чертова хрень, блин? Вообще, оказывается, не туда пришел. Представляете? Я тупо пришел не туда. First like a hebai. Thanks you, Oliver. Two more of. Так. Куда ж теперь? Тебе надо железо получить. Здорово, да, давайте нам дай, не дайте еще пройти. Козлина еще ударил. Конечно, не в эту же сторону, самая последняя должна быть. Его, по-моему, легче застрелить. Ой, как же геморно это все проходить. Как там целиться? Нет места. Гребаное место. Так. А теперь есть место. Теперь нам нужен дробовик, конечно же. Отлично. Здоровье восстановили. Сейчас нужно понять, куда идти вообще, в какую сторону. Вот в чем вопрос. Откуда ты тут взялся? Что их много тут в этих комнатах, прям нереальное количество. Они еще возрождаются, блин, более крупных. Куда идти теперь? Там все закрыто. Наверное, на второй этаж, скорее всего. Здесь делать точно нечего.
где уже? Налево. Ну да, здорово, теперь везде засуньте их. Так, прямо и по лестнице, короче. Хотя нам вообще нужно дробовик бы забрать, так что нужно будет туда идти. Заодно и проверим кое-что. Гранатомет выкинем, черту, еще он не нужен. Вот как. Прям везде эти козлы. Нахрена эти лестницы тогда вообще нужны, если туда не пройти? На обрез меняем и заряжаем наш дробовичок. Возьму сразу дробовик, чтобы не париться. Почему эта дверь не открывается, я не могу понять. Тоже не двигается. Ну, короче, вот здесь точно делать нечего, как я понял. Главное, дробовик взяли. Это уже хорошо. Где тут включить гребаный свет? Темнота. Тут по идее. О, да будет свет. Неужели? Неужели я включил тут свет? Так, сюда мы шли. Туда не пройти, остается вот здесь. И этой лестнице тоже не пройти. Единственное, честно, надо посмотреть. Тут были закрытые комнаты. Может быть, они сейчас открыты? Да, вперед. А, ну это тот этаж, короче. А, те комнаты закрыты. Туда точно не зайти. Все, что можно было, мы там нашли. Значит, получается, нужно на другой этаж.
Так, а здесь можно хоть свет включить? Походу нельзя. Да. Вот сейчас глянем карту. Скажи анимуш, что отбой легко запустить по онлайну, все настроено уже. Ну, по идее, да, там просто аккаунт свой регистрируешь, 5 секунд вообще. По идее, образ уже есть у Бубы, есть эмулятор полностью настроен у Бубы, только там управление настроить под джойстик, и все. В принципе, больше ничего не требуется. Это все действия, которые нужно сделать. Так, вот сюда, да, точно, сейчас мы проверим эти комнаты, может они открылись каким-то чудом, я не знаю. Так. Вот здесь свет горит. О, я же говорил. Вот он. Так, ну время перевода. Товарищ Буба, врывайтесь в эфир. Сейчас будем переводить. То есть, ну прям игра, знаете, так, в общем-то, странновато. Идешь, вроде бы, бац, и тут ни с того ни с сего, оказывается, на втором этаже был вот этот охранник. Товарищ Буба, вы тут? О! Так, вот наш товарищ Буба, приветствую. Добрый вечерочек. Товарищ, не забудьте дважды плюсик нажать, помимо демонстрации еще и звуки включить. Ах да, точно, простите, товарищ, я совсем забыл. Передавать системные звуки. Так, и демонстрацию экрана, да, или мне этот... Ну да, демонстрацию. Да. Единственное, что мне системные звуки отключить, может, или оставить? Оставить, конечно, пускай будут, так даже лучше. Ну окей, тогда начинаем. Так, ну что, поехали. Мэг, я здесь, потому что меня попросили помочь на этом этаже. Но что мне надо делать? Извини, но я и сам не знаю. Мэг? Что, Джек, как ты сюда попал? Слушай, это Джек. Это в этой игре, правильно? Возможно. По правде говоря, я только начал. И здесь закончил. Не может быть, это сетевая игра. Все равно это странно. Я иногда не понимаю, где реальность. Да я сам удивлен. Все равно, странная игра. Кажется, я ничего не контролирую. Ничего. Мэг! Берегись! Ты! Что? Я? Не, это неправда. Мэг! Джек! Мэг! Ты спишь? Шеф! Доктор Джон! Что я? Что-то тут перевод сам пошел. Когда я попросил охранника, ты от него убежала. Нет, он неожиданно задержал меня и... Задержал? Ты так это поняла? Все сотрудники сейчас в своих комнатах. Сейчас всех в здании тестируют на вирус.
Вирус! Да, тот вирус, который убил Роберта. Вы подтверждаете это? Да, поэтому мы у всех сотрудников берем анализ крови. Особенно у вас, так как вы были близки с Робертом. Надо торопиться с тестом. Шеф не хотел тревожить весь комплекс. И он согласился послать Лукина за вами. А вы неправильно поняли. Извините, но если вы знаете, что это за вирус, почему вы боитесь поднимать шум? Мы обнаружили, что это за вирус, но мы не знаем, как выявить зараженных. Такого метода нет. Может, мы никогда и не узнаем. Что значит нет? Конечно же, должен быть метод. Определять инфекцию. Но мы не определим ее по вирусу. Хватит о вирусе. Мэг, ты упоминал о компьютерной программе. И ты говорила, что ты ученый. Шеф. Да, я знаю. Мы взяли образец твоей крови. Иди в свою комнату и жди результаты теста. Да, но вирус. Мэг, оставайся в комнате. Да. О, блин. Но помимо того, что еще диалоги сами щелкаются местами, а местами и сами не щелкаются, как-то странно сделали. Вообще по-идиотски просто. Не знаю. Оставайся опять в комнате. Может, еще в ящики нас засунут, чтобы там вообще пространства не имели никакого. Раки ничего. Так, давайте хотя бы сохранимся, что ли. Короче, сюжет тянется очень медленно, как я понял. Как-то вяло. Меня больше радует, что вы быстро разобрались в виртуальном мире, а то бы сейчас опять 2 часа бродили, искали ключ. Угу. И мне повезло, что нашел Джека. И вообще, как он там оказался, хороший был бы вопрос. Так, ну... ну что, снова по марафоне. Извините. Что тебе надо? Ты здесь, чтобы сдерживать меня снова? О. И не волнуйся. Извини за прошлое. А я понял, что ты вела себя плохо. Все в порядке, да ты не плохой парень. Значит, ты пришел извиниться? Нет, не совсем. Вообще-то я хочу поговорить о чем-то с тобой. Что это? Что-то... Что это? Я говорю все это тебе, потому что ты девушка Роберта. Я хочу поговорить с тобой только об СДС. Странно говорить об этом с тобой. Ну, я много слышал о тебе от Роберта. Ты друг Роберта? Тогда ты мог сказать об этом раньше. Тем более ты говорил шефу о той приемной комнате. Сказать шефу? Ты шутишь. Это место всегда контролировалось шефом. Я предупредил тебя, потому что ты ходила туда, не зная этого. Но больше не могу говорить. Поэтому все так заканчивается. Всегда следил заперто. Он это делает. Возможно. Роберт начал расследование подвала. И он начал с приемной комнаты, потом фундамент. Я беспокоился, потому что ты делаешь то же самое. И я пришел. Ясно. Тогда Роберт это видел. Да.
И он начал осмотр с фундамента этого места. Он говорил, что это от той лаборатории. Он еще говорил о пациентах в подвале. Кроме того, там есть комната. Но никогда не мог попасть туда. И мы пытались найти проход в ту заднюю комнату. Да, правильно, там что-то сзади. Если бы мы смогли пойти сзади, если... Тут есть путь. Об этом мы говорили, когда я видел Роберта. Если мы перерубим электричество во всей лабе, мы обезоружим всю охрану, поэтому ты сможешь пройти. Это очень грубый метод. Но ты уверен в этом? Да, я уверен. Я шеф охраны как-никак. Я проверю по руководству. Тем не менее, есть одно условие. 3 минуты без электричества. Огни системы охраны возобновятся снова. 3 минуты? Тогда это хорошо, если ты сможешь вернуться в течение 3 минут после включения энергии. Правильно. Если ты все еще хочешь пойти, я отключу энергию. Но есть только один шанс. Если не получится и шеф нас застукает, мы точно... Конечно, я пойду. Хорошо, я тоже могу отключить энергию. Отключить? Не глупи. Ты не сможешь выбраться из этой комнаты. Если бы кто-то был здесь, то стал подозревать. Не волнуйся об энергии. Ну тогда я помешаю тебе. Не давай мне этого. А Роберт, он мертв. Ты думаешь, я не сожалею о его смерти? Мне очень жаль. Я хочу пройти через это расследование до конца. Если бы я был немножечко умнее, то сделал бы все сам. Извини, ты прав. Но если шеф начнет подозревать, у тебя будут проблемы. Я достану энергию. Хватит. Я выключу энергию. Это мое условие, чтобы выполнить мой план. Я здесь мозгую. Все равно ты не уйдешь отсюда. А ночью не будет энергии. Если отключится энергия, то здание потухнет. Вот батарейка. Не будь таким косным. Без вопросов. Ты пойдешь или нет? Ладно, по рукам. Хорошо, но пока сиди тихо в этой комнате, я сказал. Начнем сегодня. В 3 часа ночи. У тебя есть молния. Ты сможешь ее расстегнуть вместе с батарейкой. Что-то еще. А я рассчитываю на тебя. Подожди, мать твою. Что еще? Спасибо, мать твою. Осторожней. Хватит этого терпеть. Я делаю это для Роберта и себя. И у меня есть девушка. Ее зовут Катя. И я не могу очень рисковать. Кэти? Ясно. Я сказал Катя. Вот в чем дело. Вы, парни, очень скрытные. Я рассчитываю на тебя из-за нее. Так точно. Я знаю. Я собираюсь объяснить Кате. Значит, я доверяю тебе. А теперь извини, я захотел в туалет. Да, пошел наш товарищ в туалет. Ясно. Короче, тут у нас охранник мутит воду конкретно. Угу. Телефон, кажется, или факс пришел. Что это? Факс? Интересно, это от Джека. Мэгги, прочти это. Я прислал тебе все, что нашел про Садака Ямамура. Все, что Садака сделал в Японии, правда... Она может копировать проклятие на видео, и ты умираешь через неделю после просмотра.
Определенно у нее это и с рождения. Она выпустила кого-то точки, когда ее мать Шизука была поймана на общественном эксперименте. Может, Садака вредит людям из-за своей матери, но я не уверен в деталях. Сила Садака стала видео, потом замечание, под конец замененный вирус оспы. В ее тело, чтобы проклинать людей. Все замяли, но твой шеф опять принес хаос в нашу страну. Я много чего хочу сказать шефу, но лучше подожду, пока все не закончится. Мы должны распутать проклятие Садака, но не имею понятия как. Может, тебе надо помочь вирусу распространиться, но я не знаю способа. Но ты ведь спец по вирусу, значит, ты сможешь подумать об этом. Полагаю, что Садака носитель вируса еще жива, ты сможешь создать вакцину от тела Садака. У меня мало времени, это все, но я хочу, чтобы ты серьезно подумал о вакцине. Может, Роберт думал о вакцине, я могу полагать, но не могу спросить его. Может, уже поздно, но будь осторожный. Увидимся, Джек. Звонок. Проклятие Садака. Вакцина. Общественный эксперимент. Ее мать, замурованная в колодце на 30 лет. Она так ненавидит людей. Это невозможно, как будто разрушить ее проклятие. Если бы у меня был вирус, вакцина. Даже если разрушить проклятие, если это вирус, вакцина. Понятно, намутили они тут конкретно. Что еще сказать? У меня есть немного времени, пока Укина не выключу свет. Дай мне поиграть. О, ну да, сейчас надо поиграть. Гениально. Видишь, она прям как ты. Да, еще поиграю, пока не выключили свет. Закончу эту игру до темноты, и я смогу кое-что узнать. Отлично, давайте еще раз в эту гребаную реальность вернемся, или нереальность. Гонят нас туда-сюда, туда-сюда, как болванчика какого-то. То в альтернативную реальность, то нас в комнату запирают, то еще какая-то хрень. То карантин еще там. Так, похоже, у меня мало времени поиграть. Надо действовать быстро. Так, и что же делать, если быстро действовать? В принципе, все, что надо, у нас есть. Место тоже есть. Так, а что теперь? Опять бегать дня по комнатам? Ну, блин. Ну, конечно, мы же все-то так любим. Да, ну мне это уже надоело, сейчас сказать. Без видимой цели, как бы. Я хочу сюжета. Да, я хочу сюжета, и в конце концов уже хочу прекратить этот кошмар, который творится. Надрать всем задницу. Надрать, главное, что нам не надрали задницу. О, пойду бак. Схожу пока за чайком. Давай, товарищ Бум, приятно чаепитие, я пока тут почищу территорию. Ну да, да, у вас это явно займет немало времени. О, гранату нашел. Вот сейчас тебе задницу надерут. Напалм бомбу взять? Да. Напалм бомбу взял. Сейчас мы... Да, взять. Сейчас надерем задницу. Иди сюда, мать твою! Иди сюда, сволочь живучая. Да ты живучая, падла, иди сюда, надеру тебе задницу. Ты на кого рычишь? А ну иди сюда, мать твою. Сейчас ты меня получишь по своему хвосту. Так, слушайте, гранату дали, это хорошо. Давайте, знаете, как сделаем тогда? Сейчас потратим автомат, там 3 патрона осталось. Выкинем его, потом возьмем гранатомет. 10 гранат, неплохо. Да, твою налево. О, кстати, автомат по убойности очень неплохо. Между прочим. Все, автомат закончился. Как раз на одно существо. Ну, сейчас как раз мы продолжим. Ой, как раз и патрон ружья зарядили. Вообще супер. Место освободили.
Кстати, оружие, заметил, тут две ячейки занимает. Так, отлично. С этими ягуанами расправились. Смотрим территорию. Вроде бы все. Так, сейчас мы выкинем автомат, хотя у меня такие подозрения, что нам дадут, по-моему, патроны к автомату. Прям есть такие подозрения. И потом мы будем бегать с этими патронами, не знаю, куда их деть. Но если что, автомат мы знаем, где найти. Все, отлично. Тьфу ты, гранатомет-то забыл взять. Отлично. Я даже сразу возьму гранатомет. Пять гранат потрачу, пять гранат оставлю. Так, интересно, что же сейчас будет открыто и куда вообще можно будет попасть? Так, глянем-ка на карту. Угу. Давайте для прикола посмотрим в ту зону, где белые комнаты. Может быть, сейчас открыты эти комнаты. Что вполне, кстати, возможно, может быть. Где тут включить свет? Тут должен быть свет включаться, да, вот, наконец-то. Текстурки заставил, да? Да, отвяжитесь вы. Так, ладно. О, анонисты нападают. Да. А, ну отлично, косой гранатомет, блин. Супер просто. Да, меткий выстрел, меткий. Запечатано. Ясно, здесь, короче, ничего не сделать. Тогда смело идем на другой этаж, на второй, где последний раз мы были. Блин, жалко, промахнули одну гранату. Интересно, а Немуша узнал саундтрек из первого резидента подвала особняка? Да мне кажется, вряд ли. Да, честно говоря, я тоже не узнал сразу же. Эх, еще называется фанат. Ну, у каждого слух разный, так сказать. Не все могут уловить. Хотя, честно говоря, были знакомые нотки. Просто я, может, сразу не уловил. Так, ну главное, у нас есть гранатомет. Есть 9 гранат еще. Так что не страшно, если мы промахнули одну гранату. Будем считать, что мы какого-нибудь чудика ее выпустили. Это самоутешение. Да, самоутешение такое небольшое.
Вот здесь сейчас мы проверим. Здесь была последняя встреча. О, вот эта девчонка. Это! Я ее где-то видела! Так, куда нас ведет это? Куда ты идешь, мать твою? Стой, мать твою, не уходи. Идет как лунной робот. Походкой. А, идет как робот такой неповоротливый. Она киборг, я знал, что она киборг. Это во всем киборги виноваты. А это все баги игры просто. Она не прошла сквозь дверь. Это, давай попытаемся войти. Так, секунду. Она типа нам показывает на комнату этих, как у энергии. Здесь еще и сортир, вот этот. Ну, конечно же, как же без да, него. Да, надо выстрелить. Надо выстрелить в него. О, сломано, я могу войти. Где же сломана дверь? Не открылась. Ну, типа, сломалась или что там она. О, что-то есть. Куча всего. Только вот класс, я бы не менял батарейку на фонарик на гранату. А тут другие гранаты, между прочим. Даже у напалм бомбы, да, ты взял напалм. Подожди, это напалм что? А, вот тут еще гранаты. Ты нашел ракеты взять. Ни хрена себе, нам что, еще ракетную установку дадут, что ли? А вот и батарейка. Да, батарейка. Неплохо. О, еще патрон. Слушайте, ну реально место прям целый склад. Пули пистолета как раз. А у меня места нет. Ну супер. Ну, возьмем так-то, если что. Может, тяжелее дадут. Что, подожди, я не посмотрел. Даже пули обрезов. Блин, и пули ружья дали. Вашу мать, сколько всего. А ты чё? Ты нашел пули пугача. Твою мать, почему так много всего, и у меня ничего нету нужного. Слушайте, ну прям вооружили нас по полной программе. Давайте посмотрим, что нам вообще дали. Нам дали какие-то... Ох, тут сколько... Ого, тут целые ракеты прям от РПГ. Где она их хранит? Да, я вот тоже думаю, реально это ракеты РПГ. Удалить инфо. Снаряд для ракетомета. А куда я, блин, куда я его их юзану-то? У меня еще гранат 28. А, ну за гранаты можно не париться. Вообще можно не париться. Так, значит, патроны пистолета, ружья, автоматы, но все, короче, калиберные, понятно. Но они никуда не пропадут, они тут останутся. Я думаю, потому что, наверное, если не взять, то останутся. Я помню, даже когда до этого не брал, оставались. Тем более, такая комната, в общем, не особо важная по сюжету. Ну, короче, если что, знаем, где взять боеприпасы. Пока пользуемся гранатометом смело. Блин, столько патронов там, ой-ой-ой, сколько там патронов. Еще и ракеты дали, от которых у нас даже оружия нету. Ну, вас нельзя в такие комнаты пускать. Да, ну, можно, конечно, выкинуть, в принципе, куда-нибудь в ящик, но, блин... Вот есть только в столовую. Неохота идти туда. Да, есть только в столовую. Столовую. Сюда не входила девушка. Девушка? Здесь не может быть девушек. А мы не девушка, а тут ходим. Я знаю, он... Значит, ты не видел ее. Перед этим, теперь ты вернулась, Мэг. Это значит, что ты нашла вакцину. Я вернулась. Вакцина, ты о чем? О чем я? Мэг, это о чем ты? Это ты меня спрашиваешь, мать твою. Все в порядке, я хочу что-то спросить. Что надо сделать, чтобы закончить игру? Игру? Мэг, всеми способами. Там было введение. Открой факью прохождение по этой игре. Введение? Про что ты говоришь? Я спрошу про игру, мать твою. А, Мэг, твое задание войти в ЛОПП-грамму, найти Садака и получить вакансию на работу в нашу студию разработки игр. Ты забыла уже об этом? ЛОПП-программ? Вакцина? Про что это ты, мать твою? Роберт боялся, его предчувствия оправдались. Роберт? Почему ты знаешь о Роберте? Кто ты? Где я нахожусь, мать твою?
Эх, мэ. Когда ты проникала в ЛООП мир, используя конвектор-звонок, твоя память перепутана благодаря помехам мозгов и Амамуры. Это и есть ЛООП. Моя память смята? Я думаю, что играю в игру с программой звонок Роберта вот так. Это неправда. Звонок не игра. Звонок это конвектор при входе в ЛООП мир. Другими словами, прошлая память и Амамуры. Ты видела наше послание, отправленное звоном, да? А мы помрем через 7 дней. Ты видела наше послание? Мертв, да? Черт, поговорим позже, я занят, мать твою. Все равно твоя миссия достать вакцину. Вернись в ЛООП и найди Садако. Если достанешь вакцину, вернешься Мэг. Весь порядок ДНК переместится сюда. Понятно? Что? Конечно, не поняла. Объясни до конца. Нет времени объяснять. Они здесь, тебе надо вернуться. Быстрее. Что это? Назад, куда назад? Да что вообще происходит, господи? Что-то нам тут объясняют, втирают какие-то памяти, какие-то садака. Я, честно сказать... тем временем телепортировался отсюда. Да, я вообще не понимаю, что происходит. Даже персонаж не поймет, что вообще за хрень творится. Так, вон еще граната. Слушай, нас гранатами кормят знатно. Взял напалм. Сколько у меня уже этого напалма? По-моему, гранат 40, наверное, уже накопилось. Ну мы сейчас можем... О, ну да, примерно 40 гранат. Мы можем сейчас смело пылять во все стороны. У нас еще 10 ракет. Короче, можно за боезапас вообще не бояться. А, ну вот, как раз первая жертва. Еще один анонист. А, они горят, эти гранаты. А до этого были, по-моему, разрывные основные гранаты. Напалм, понятно. Пока мы болтали, да там анонизмом занимался. Ах ты извращенец. Извращенский монстр. Понятно, короче, что делать-то, вообще не пойму. Тот какую-то билиберду нам сказал, и в итоге мы опять в догадках. Вот видишь, здесь, похоже, вирус золотой рыбки, которым ты заразился, тоже играя в эту игру, похоже. Понятно тогда. Сейфер бы понял. Да. Но он скажет, что, типа, прошлая память Садака, опыт, типа, как межпортал, короче, типа, как я понял, типа, который, как, типа, вход в это измерение. Только я совсем не догнал вообще, честно говоря, всю эту суету, как она вообще взаимосвязана и как это все работает. Ну как-то все слишком замудренно. О, тут радио есть. Сохраняться я не буду. Слушай, тут можно смело с гранатометом ходить. Реально. Да, теперь опять гадай, куда идти. Тот мужик ушел. Нам вообще не дали даже конкретно цели. Что, почем, зачем. Что-то объяснили там, типа. А в итоге... В итоге ничего. Давайте искать ответы. Я не знаю, у меня уже просто... Уже... Я просто охреневаю сюжетом, скажем так. Так, давайте логически думать. Нам сейчас нужно куда идти? Нам объяснил тут мужик что-то. В итоге мы его встретили, он ушел. Думаем логически, куда можно сейчас пойти будет. Блин, те ракеты, конечно, теперь у меня место забивают. Еще 10 ракет причем. Ни оружия на них нет. Так, попробуем пойти вперед и открыть дверь. Еще есть другая дверь. Сейчас попробуем пройти. Даже три двери тут есть. Может, что-нибудь открылось. Тут же как бывает. Само собой открываются двери, когда захотят. После каких-то катсцен.
кто-то рычит, я слышу. А надо запятание 200 стороны сюда не пройти. Понятно. Что-то мне кажется, что здесь что-то есть. Тоже запечатано. Наверное, с того. О, сейчас мы испытаем. Гарри синим пламенем, мать твою. Да, товарищ, пока вы будете испытывать, а я схожу, отнесу свой чаек на кухню обратно. Окей, что ты тогда обезьяна живучая, две гранаты пустил. Ну же, Гарри, мать твою, четыре гранаты. Эту обезьяну ушло. Ее проще было с пистолета завалить. Угу. Да ладно, хрен с ним. Все равно гранат полно, можно не церемониться. Ну да, сейчас еще таких три обезьяны, и все, и не будет гранат. Ну. Вот еще одна. У нас-то гранат еще 30 штук где-то. Так что я не сказал, что прям так все плохо. О, ушло три гранаты. Так. Слушайте, а вот же ящик, кстати говоря. Мы можем сюда что-нибудь скинуть ненужное сейчас. Тем более это столовка, такое же место, более такое обширное и запоминающееся. Вот сюда игра. О, пугач, кстати, здесь лежит у нас. Вот сюда я скину вот эти ракеты ядреные. Вот, ракеты. Что я еще сюда скину? В принципе, нож нам, наверное, пока не понадобится. Я все равно могу хорошо убегать от врагов. Ножик я могу выкинуть смело. Единственное, что я возьму, это там патроны и к дробовику еще патроны. У нас было разнообразие, так сказать. Гранат еще полным-полно. Тут дохренище, я бы так даже сказал. Так что, если что, здесь у нас ножик и ракеты. И плюс еще и пугач. Если что, в столовую потом побежим. О, эта дверь открыта. Так, правда, здесь темно. Мешало бы свет включить. Ох ты, двое сразу, сейчас мы их технично как забреем. Гарри синим пламенем, мать твою. Куда они там идут? Отлично. Просто замечательно. Ничего нету. Тоже ничего нету. Короче, здесь ничего такого нету. Просто монстры. Понятно. Заодно зачистили территорию. Стало немножко безопаснее. Так. Сейчас пойдем заберем там в туалете оставшиеся боеприпасы. Потому что добро не хочу оставлять. Возьмем пистолетные и ружьевые. Так, пистолетные взяли. Да, вот пуля обрезок взяли. Отлично. И сколько нам дали, интересно? Наверное, много должны были дать. Ух ты, ни хрена себе. 50 патронов ружья дали, 30 патронов пистолета. Ну, 30 это обычное, а так 50 это вообще обалдеть много. Ну, все, вообще можно не париться за боезапас. Всех крошим на своем пути. Просто нещадно всех крошим. Еще там патроны от автомата, даже не знаю, сколько там патронов еще от автомата. Может, там вообще 3 магазина лежит. По 30 патронов. Вообще сложится 90, возможно. Так, ладно, в общем, ищем. У нас патронов до хрена, можно вообще не париться. Куда идти? Куда идти, куда идти? Сюда не зайти. Так, думаем логически. Куда бы следовало нам пойти после той встречи? Наверное, опять на первый этаж или куда-то.
Так, ну здесь все закрыто. Здесь все закрыто. Ту комнату точно не попасть. Тут тоже. Тут тоже не попасть. Получается, нужно вниз идти. Так, еще раз карту глянем. Так, B1. Или на B1 идти нужно? Ну, нам, в принципе, остается только поход на B1. Можно еще другие этажи проверить, вдруг новый этаж открылся. Игроки позарение есть, что новый этаж открылся. А в игре, конечно, замутили. Так, поднимаемся выше. Возможно, что-то, что-либо открылось. Жалко, что здесь не стоит включить. Запечатано. Почему оно так запечатано-то? А, ну понятно, эти двери запечатаны. Ну, хотя бы даже так хорошо, потому что нам меньше вариации того, куда нужно попасть. Тоже радует. Так, еще ниже. Еще потом ниже. Сейчас сюда мы зайдем, заодно зачистим территорию от всяких мутантов. О, а вот та девочка. Так, ну понятно, короче, уже более-менее ясно стало. Это она! Подожди, мать твою! Куда она опять ведет? Она меня ведет! Не надо туда, иду, подожди, мать твою. Так, секунду, прежде чем туда идти, надо сохраниться. Что-то мне, возможно, вообще в ловушку куда-нибудь зайдут, где там куча боссов будет или всяких там, всякой нечисти. Мы-то готовы, в принципе, отразить удар. Во, как раз здесь у нас сохранялочка рядом есть. Вот, отлично. Сейчас мы пойдем сохранимся. На всякий пожарный, здоровье у нас тоже нормальное. Арсенал вообще шикарный, просто обалдеть. Куча всего есть. Сейчас мы пойдем сохранимся. Да блин, я не туда зашел. Перепутал дверь, она рядом была. Сейчас мы сохранимся. Что-то же нет у нас тут. Ох, игра, конечно, уже немножко поинтереснее стала. Хоть немножко уже как-то развиваться начал все. О, как хорошо, товарищ, вы еще бродите. Да я уже нашел, нам уже показала девочка. Куда идти? А я вот просто чутка задержался, икру красную привезли, о, не устоял. Любитель икры, любитель ты наш, покушать. Вот, кстати, анимуша, там сейчас мелодия с первого резидента играть будет. Ну, собственно. Чертова. Хотя уже, конечно, закончилось. Кстати, но мы... нотку ты должен был услышать. Мы вот нашли вот в той комнате 50 патронов ружья, 30 патронов пистолета. Автомат я не взял, конечно, патроны.
Но патронов ружья куча у нас, так что можно вообще не париться. 59 патронов. О, мелодия с первого резидента продолжает радовать. Хм. Кстати, да. Есть такой. Так, теперь куда идти? Нас сюда девчонка завела. Он дальше по коридору. А им уже прислушайся, и ты узнаешь родимую мелодию с подвала особняка первой части. Да ё-моё. Идёт, идёт. Иди сюда, мать твою. Так, еще одна, да, ничего, прикалываются, три штуки сразу. Лежать. Тебе же не зря столько амуниции раздали. Ну да, ну блин, неплохо. Так, возможно, какие-то из этих дверей открылись. Это запечатано. Запечатано, ладно. Так, надо зарядить дробовик, уже на патроны кончились. Так. О, вот, кажется, туда, куда нужно пришли. Я... А, твой перевод, Буба. Я уже ждала тебя. Наконец-то ты здесь. Кто ты, мать твою? Ты удивительно спокойна. Я Шизука Янамура. Шизука Янамура? Значит, ты Шизука Янамура? Да. Я Шизука. Я возродилась, пытаясь защитить Садака. Все равно я плохо закончила. Мне надо тебе рассказать. Поэтому я перепутала кое-что, чтобы ты вернулась сюда. В этот мир злости, Садако. И я не могу вырваться из колодца. Он слишком глубокий. Да, помехи — это виртуальный мир, созданный Садако. Мир прошлого, который вы, люди, создали из мозгов Садако, чтобы выжить. Поэтому моя сила очень истощилась. А кем ты являешься? Что это какой-то виртуальный мир? Что из звонок? Как я сказала, я Шизука Янамура. Мир, который ты принимаешь за реальный, виртуальный, и люди его сделали, Садако создала. ЛООП. Все равно я хочу только одного, чтоб ты спасла Садако. Я спасла ее? Я ничего не знаю, что ты от меня хочешь, мать твою. Ты воображаешь, о чем говоришь? Смотрю, что все это бесполезно. Но для твоего задания... Вакцина. Нет другого способа, как связаться с Садако. Другого пути нет. Наше задание? Извини, у меня этого нет.
Я просто хочу узнать о смерти Роберта. Я хочу выяснить, что знает шеф. Поэтому я и говорю тебе, сделать должна ты это. Связаться с Садако. Ты забыл о вакансии? Ты все запомнишь. Если освободишься от зла Садако. Значит, ты говоришь, что реальность внутри игры? И что я думаю, что игра реальность? Я не знаю силы Садако и Мамура. Значит, твоя дочь Садако и Мамура может контролировать память, чувства людей. Я... А почему умер Роберт тогда? Роберт? Он жив. В реальности. Здесь. Я ничего тебе не скажу без адвоката. Ты вернешься в ЛООП, программу в мир Садако. Потом свяжись с Садако и составь вакцину. И это единственный шанс Роберта выжить. Роберт, жив? Спасти? Это жестокая шутка. Он жив. Роберт подключен вирусом. И этот проклятый мир. Спасти мир, наполненный злом и проклятием. Вирус. Свяжись с Садако внутри ЛООП. Внутри мира Садако. И достань вакцину от Садако. Это один способ выжить. Поняла? Дай увидеть его. Хочу увидеть его. Я тебе не сказала. Роберт инфицирован вирусом. Он не может быть здесь. Еще 2 дня вирус распространится на весь мир и уничтожить людей. У тебя нет времени. 2 дня. Тогда я ничего не могу сделать. 2 дня вполне хватит. Все, что надо сделать, это связаться с Садако. Это легко? Ты все поймешь, когда встретишь Садако. Встреться с Садако. Это все, что нужно. Спустись на лифте справа от ее комнаты. Извини, но я не могу поверить тебе. Но мне все не равно. Ладно, я сделаю это, если ты спасет Роберта. Все сделаю. Ты очень поможешь. Я больше не могу материализоваться. Я дам тебе кое-что. И ты мне поверишь. Поверишь в правду. Кое-что? Да, что-то очень полезное. Когда вернешься оттуда, иди ко мне в эту комнату, моя рыбка. Я оставлю что-то здесь, тебе это пригодится при спуске. Тогда ты мне поверишь, да? Это место. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Буду ждать. И я открыла дверь в комнату Садако, хотя только для этого мира. Перед тем, как ты увидишь ее в ЛООП программе, лучше встретить Садако в этом мире. Ты, может, поймешь, откуда ненависть Садако. Наша ненависть. Что? Подожди. Понятно, короче, объяснили там типа тут сюжетку.
Вообще ни хрена ничего не понял. Ну как бы понял всю суть. Ну блин, как они это замутили? Садака, какой-то вирус, какая-то вакцина. Как это все? Товарищ. Как это все связано вообще, я не понимаю. Я вам так скажу. В мире, в котором вы сейчас находитесь, судя по словам юной девицы, а ныне старшей, вот, вы сейчас находитесь в реальном мире, а мир, где бродит шеф и тот негр, который отошел в туалет и решил отрубить свет, это все виртуальная реальность. А, вот оно что. Слушай, ну как они замутили, а? Как они замутили сюжет, ну просто. Оказывается, та реальность была, ничего себе. Да-да-да. Так, что ж теперь делать? Дать теперь идти. И можно было бы скопипастить в конце игры сообщение финальное с наемников из второго резидента, когда ты проходишь тот режим за любого из персонажей. О, левый четвертый, открылась эта дверь, кстати. Никакой ключ не нужен, сама дверь захотела, открылась. Супер. Так, где свет? Да. Козлина, блин. Отвали. Сволочь, а. Нате в башню. Размазал тут все. Так, что у нас тут есть? Какая-то комната. Это, кажется, кабинет шефа, если не ошибаюсь. Только другой реальности. Хотя, может, и нет. Как же они тут все намутили. И Silent Hill, и Resident, и звонок кино, и что только они приплели. Да вообще, какую-то кашу намутили, если честно. Вроде бы понятно, но вроде бы и нет. Как-то странно. Так, еще какая-то дверь. А, это что-то непонятно, то ли дверь, то ли что. Ну, уже хоть знаем, куда идти, уже не так, как раньше. Тут не тупим, как говорится. Что, не будет рыбки золотой? Ну, уже поменьше рыбки будет. Ой, как тут темно. Ты что за хрень тут? Что это? Это же его программа, о которой говорил Шизука. О, графический ролик пошел. Что? Что это? Садака, Садака. Это ты, Садака? Нет. Эксперименты? Говорит по-японски. Переводи. Привет, мышка. Привет, мы тут кино смотрим. Так, а что они все возмущаются, я что-то не понял. Типа типа она врет, что ли? Ага. Это твоя натура или тебя оскорбило общество? Или ты хочешь отомстить? Вот это и есть человек. Только страхи людей толкают их на мощные и страшные поступки. Сейчас, мышь, скажу. Сейчас. Он поймем что-то. И все-таки, Садака, ты не прав. Ага.
Я понял, умею системно умирать, да. Да, я согласен. Слушайте, так, я сейчас скажу, мышка вообще спросила, когда планировали на веку. Ну, на веку мы планировали завтра, вообще, по идее, в субботу сделать, вечером. Но, если ты говоришь, что у тебя мышка выходной понедельник и четверг, то можно, как говорится, в твои дни. В общем, ну, мы планировали завтра, в субботу сделать, вечером. Можно и днем. Но уже перенесли на понедельник и четверг. Да, но если у тебя есть возможность завтра сделать, то можно и завтра, в принципе, сделать. Что можешь сказать, мышка? Ваше слово. Так, в общем, что-то у нас происходит. Освободить Садака. Или Роберт. Я буду уверен, что спасла его. Надо вернуться к Садака. Ладно, я сделаю это. Давай воскресенье на понедельник. Давай с воскресенья на понедельник. Ага, понял. Так, а в какое время планируете? Ну, мы планируем где-то, ну, можно к 9 вечера, можно к 8 к вечеру, вот так. 9-8 часов примерно. Просто у нас еще... Так, завтра же суббота или... А, да, понедельник получается. Завтра суббота, товарищ. Да, завтра суббота, но она сказала или в воскресенье, или в понедельник, как я понял. Да, тогда можно вот вечером, 8-9 часов примерно так. Так что, мышка, 8-9 часов или в воскресенье, или в понедельник, как тебе удобно. Нам-то, в принципе, мы-то можем подойти в любое время, я думаю. А что это будет? Это будет бесконечное лето, навыков в Steam есть. Я просто работаю в 9.21. А когда тебе по времени удобно, мышка, в общем? Когда тебе удобно по времени? Если ты скажешь, то мы как-нибудь подстроимся тогда по твой график немножко. В крайнем случае можем, как и это, в понедельник, либо четверг. Ну да. Так, в общем, нам показали какую-то историю, я, честно говоря, не понял, что это за хрень была. Какой-то тест, что ли, на сверхспособности, как я понял, типа там какие-то символы, наверное, как я понял. А типа, господам не понравилось, что типа там это вранье, и в итоге один скопытился. Дома буду к 22. Ну можно 22.00, в принципе, сделать без проблем. Я-то еще дрыгнул. Да, лишь бы третий товарищ уже баньки не откинулся. Да. Ну, единственное, вот это, вот в чем суть-то. А, вы с мышкой будете озвучивать? Да, мы будем с мышкой, с товарищем Куртом еще командиром. Ну, что-то мне кажется, что Курт, по-моему, не доберется до этого времени. Я обеими замками за ногами за, это хорошо. Так что, разберемся, что да как. В принципе, я в Steam ее уже установил, скачал, как бы. Осталось только ее проверить, работает ли она у меня. Так, ну короче, это как типа аппарат, где искусственный мозг, получается, кто вот эту всю мишуру тут создал, как я понял. Так, а в итоге что? В итоге мы вот вошли в эту дверь и выходим сюда, допустим. Ну короче, если что, спишем. Да, без проблем, мышка, если что, спишемся, ты мне напиши, я в общем-то в ЭК буду, никуда не денусь. Так что нормально. А читать мы планируем... Как и, собственно, сейчас игру озвучивали. Да, примерно вот так мы будем озвучивать эту новелку. Ну, кто как, в общем-то, в своем любимом переводе. Я лично так буду озвучивать. Больше угара было. Через трансляцию задержка будет или всем троим читать. А, в общем, всем троим мы включим в скайпе есть демонстрация экрана и передача. Да, задержки звуку. Не будет. Да, задержки не будет никакой, там в скайпе все точно. Вот сейчас Буба тоже читает через скайп, и он все практически в точь-в-точь, в секунду читает, все видит на да экране. Да не точь-в-точь, а секунду в секунду. Да, ну практически секунду в секунду. Скачивать игру, ну там что скачивать? Ее скачивать не обязательно. Да ее не обязательно, это товарищ, кто стримить будет, тот и будет ее... крутить. Ну да, в принципе, я могу ее установить, как бы, скачать. Ну да, установить, получается, через скайп ее запустить вам на, как бы, демонстрацию экрана, а вы через скайп будете ее читать, озвучивать, как бы, и, соответственно, видеть то, что у меня, соответственно, на экране происходит. Соответственно, саму новелку. Вам даже не надо будет ни ГГ включать, по-моему, не... Хотя, если кто-то хочет свой стрим еще зампилить, то можете, в принципе, сделать. Просто запустить трансляцию для себя, например. Все равно мой экран будет виден как бы на полную. Да, в общем, там ничего трудного, мышка, нет. Мы разберемся на месте, это все обсудим еще, если что.
А я вам говорю, демонстра экран рулит. Демоны! 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 Они везде, мать их, они заполонили все. Так, куда идти? Куда идти вашу налево? Дайте знак, боже, куда я попал? Какой-то... О, кажется, золотая рыбка снова начинает рождаться. Да, она периодически плавает у меня в аквариуме моем. Ладно, пойду в FF стримить. Давай, мышка, приятного тебе стрима. Спасибо, что заглянула. Приходи еще. Будем рады видеть. Да. Счастливо, мышка. А я тем временем представил нашего стримера с аквариумом на голове. Да уж. Приятного вам стрима. Если что, пишите в ВК. Да, без проблем, мышка, тебя тоже заебу. Пасики. В общем, тебе точно удачного стрима. А еще объявление. Завтра в 5 часов, там плюс-минус 10 минут, будет ваш долгожданный и любимый иностранцами, японцами, там бразильцами Outbreak File 2 да. В кооперативе онлайн. Так что, желающие, пишите стримеру, мне, кому-нибудь еще, и мы вас обязательно включим в эфир. Да, так что, товарищи, без проблем. Не скучайте, пишет мышка. Да, мышка, в общем-то, ты тоже не скучай, мышонок. Так, в общем, если что, товарищи, вот так вот наметили мы планы, сейчас вы это все слышали. Так, ну что, теперь можно идти в другую зону. Наверное, обратно на второй этаж или на какой-то там. Хотя, мне кажется, может, не туда. Скрытая реклама. Да-да-да, типа того. Скрытую рекламку мы тут активировали. А еще мы любим Head and Shoulders, товарищи. Пользуйтесь Head and Shoulders. Ваши волосы будут мягкие, шелковистые. Как твои. Да, как мои. Хотя у меня там три пера, но все же. Мягкие шелковистые. Три пера. Так, ладно, идем дальше. Скажи, ваш лоб будет блестеть и сиять красками солнца. Да, этим лбом можно будет прошибать стены. И заодно, как говорится, сиять будет после всего этого. Так, в общем, куда идти? Куда идти? Изоляция. Может, в изоляцию вообще нужно пойти? У меня такие большие сомнения, куда вообще тащить свою задницу. Давайте попробуем на этаж на этаж. Сейчас Сейфер про рыбку вспомнит золотую. Да, рыбка, рыбка моя, я твой зайчик, или как там было? Это песня-то Киркорова. Киркорова, ну я сейчас пока в кухню ходил, там телевизор тра-ля-ля делает, там как раз Киркоров свой юбилей празднует. А, ну, поздравляем Киркорова. Там ему Басков напевает. А, Басков. Басков-то хорошо напевает. О, еще один анонист у нас тут. Уперся в стенку, кажется, не видит свою жертву. Ах, завалили анониста. Еще раз завалили. Вот тебе козлина. Будешь знать, как в положенных местах анонист заниматься. А что, он просто стоял себе спокойно, а ты... Да он тут и не в положенном месте занимался анонизмом. Надо его было в шкафчик залезть куда-нибудь там, чтобы ты не видел. Эх, вот. Я сейчас представил. Еще один. Вот было бы забавно, если бы когда-то в будущем выпустили ремейк этой игры. Это было бы что-то. Так, вот наш товарищ Анимуша подключился. Добрый вечер. Доброго вечерочка, товарищ Анимуша. Как же я Взаимно. Смотрю, у вас свет горит. Внизу проходил, окно горит, дай, думаю, зайду. Да, конечно, заходите, товарищ, у нас всегда окна горят, гостям всегда рады. Да, смотрю, окна горят, надо подняться, зайти. Спасибо, товарищ, всегда приятно, как говорится, дорогим гостям видеть, так сказать, слышать. Да, кстати, к слову о Киркорове и Баскове, есть еще Андрей Губин, любимый певец нашего канала. Ну, Андрей Губин, это просто, это легенда, я никогда не забуду его сольные концерты и песни. Они вылились в мой мозг, как непонятная струя чего-то там. И заполонили все вокруг. Да. Да, такая вот была тематика 2000 года, когда он был очень популярен на самом деле. Я помню Андрея Губина, он пел очень хорошие песни на самом деле. Да, были времена. Да, все с ума сходили от него. А, кстати, Бубу-то выкинули из нашего этого чатика. Почему Бубу? Подключайтесь обратно. Да, Бубу, вы не покидайте наш круглый стол. Мы тут как бы... Втроем веселее. Да, подключайтесь, подключайтесь, товарищи. Я думаю, куда это Буба пропал, что-то он затих куда-то. Ой, блин, товарищ Буба, как вы могли покинуть нас так спонтанно? Так, ну,
Как вы видите анимуша, как вам игра вообще, нравится ли вам такой жанр? Очень похоже на Resident Evil, игра очень нравится, атмосфера Резика сильно чувствуется. Да. Так что впечатления от игры самые положительные. Да, на самом деле очень положительные впечатления, и мало того, еще прям клон Resident и Silent Hill, такая смесь такая. Ну и, соответственно, да. Все самые классные игры будто вместе смешали. Да, и, кстати говоря, конечно, главная героиня, как вам она? По душе или, может быть, не ваш вкус? Так, напоминает Аю из Паразитива чем-то, так, знаете. Не скажу, что она похожа, но чем-то так напоминает, что-то такое есть. Да, на самом деле, что-то такое есть. Уважаемый Буа, вернитесь, пожалуйста, в эфир. Да, мы... Еще втроем ни разу не были. Да, втроем у нас еще не было рандеву, так что давайте к нам быстро на шашлычок, так сказать, виртуальный. Можно еще и сейфера подключить, если у товарища есть скайп, так скажем. Да, давайте, товарищи, все вместе дружно ворвитесь мне в эфир и, как говорится, устройте анархию. Жалко, мышка ушла. Да, жалко, конечно, мышка ушла, но ничего, я думаю. Думаю, еще мы зажгемся втроем, а может и четверем даже. Если, кстати, Курта не будет, товарищ Анимуша, вы согласны с нами попробовать озвучить новеллку? Очень даже за, это моя мечта. О, ну тогда как бы все заметано. Ну если, конечно, товарища Курта не будет, хотя это вполне возможно, потому что часовой поезд на 4 часа вперед идет. Новеллу можно и в пятером озвучивать, и в семером. Да, в принципе, даже так. Так что... Конечно, зависит от количества персонажей. Товарищ Сейфер ничего не делает в системе. В понедельник договорился отнести в ремонт, так что меня не будет 2-3-4 дня. Ага, понятно, товарищ Сейфер. В общем, мы будем... Буба пишет. Надо как-то этот вопрос пофиксить. Там должна быть конференция. Ну как Бонич 3-4 общался? Если краб не смог, то и вы, уважаемый стрибер, может, тут подавно сможете. Ну, я думаю, мы справимся. Мы не с такими проблемами, как бы еще. Раз краб сделал конференц-связь, то. Да, если краб сделал, то и мы сделаем, соответственно. Краб это вообще легенда. Он не такое может еще, так что я думаю, он еще зажгет. Мы увидим его представление. Кстати говоря, у меня была очень такая хорошая идейка, вообще желание на будущее, в общем-то, в ближайшее, постримить Forbidden Siren, первую часть, что стримил краб. Прям хочется. О, японский шахтер снова вернется. Да, японский шахтер скажет снова, я что-то чувствую. И он почувствует. Товарищи. Кстати, уважаемый стример, вот так стримите все стримы с таким настроением. А то Вульфенштейн было невозможно смотреть, честное слово. Ощущение, будто вас силой заставляли его проходить. А меня всегда силой заставляют во что-либо проходить, это нормально. Вульфенштейн, да, будто вы через силу. Меня просто некоторые, так сказать, немцы там, в общем-то, расстраивали своим, так сказать, гостеприимством. Они мне не давали посмотреть окрестности, сюда валились с первого раза. Поэтому я немножко буду расстроен. Ну что, будем, как говорится, совершенствоваться, держать, как говорится, марку. Плюс еще и в Ульфенштейне не было Ханночки. Там, наверное, искали взглядом. Ханночка, где ты, мое солнышко, моя сладость, моя радость? Как мне не хватает твоих теплых, точнее, твоего теплого плеча. Я хочу так окунуться, как младенец, и просто уснуть. А там немцы, зомби, киборги, да, Ханочки нет. Киборги, они были везде, но Ханочку я нигде не мог увидеть. Господи, только киборги, но не Ханочка. Киборги, ничего. Немцы, зомби, и Генрих Первый в конце. Да, это вообще было что-то с чем-то. Генрих откуда-то вылез, вообще непонятно откуда. Ты нашел пули Пугача взять, ну возьмем, нет места, у нас есть пули, но некуда их применить, товарищи. Ох, блин. Ну, товарищ Буба, вы позвоните, и там как-нибудь стример наш уважаемый создаст конференцию, наверное. Да, кстати, вот сейчас вот, как тут создать-то конференцию? Я в скайпе не бубум. Как-то по рейтрубку отправить. А, вот, пригласить групповой звонок. Пожалуйста, товарищ Буба. Так, ну-ка. Есть ли что-то? Не знаю, появился он или нет. Товарищ Буба, вы вообще в сайте?
Да, вот это хороший вопрос. Так, ну Буба, по-моему, пока не пишет ничего, ничем. Буба не отвечает, он на месте, походу. А вот что-то отключилось тут? А, вот, подключается. Так. Это что за беспредел в прямом эфире? А что творится? Что творится? Так, вот все вместе, товарищи. Что это происходит? Мы все втроем? А мы все втроем, товарищи. Мы все друг друга слышим. Что за беспредел такой? Буба, здравствуйте. Теперь мы с вами, что называется, на прямой связи. Добрый вечер. Добрый. Вечер. Да, всем, товарищи, доброго вечерочка. Всех приветствую. Как приятно слышать родные голоса. Ох, да, только кто-то выгнал из эфира. Ну, это вирус краба просто. Не обращайте внимания. Да, это привычки краба. Это непоправимо. Зараза очень. Да, очень заразно. Это непоправимо. Это не исправить и не вылечить ничем. Еще везде. Привет пока. Ну так раз и отрубил. А я даже не понял, что это стало, как-то вроде бы так сразу. Раз, хоп, и все. Краба. Да, это вирус краба. Крабы, они уже заполоняют мой чат уже, и мои скайпы. Они уже везде. Так, ну что ж, товарищи, в общем-то, я думаю, у нас будет прекрасное рандеву вчетвером или впятером. Возможно, в понедельник по новелке, скажем так, 10, наверное, часов, скорее всего, или может даже по 11, потому что мышка приходит поздно. Но зато будет весело, я думаю. Будет очень весело и незабываемо. Соглашусь. Да, и... Да, и, кстати, товарищ, вы забыли нажать два раза плюсик. Ох, блин, простите, пожалуйста, дурака грешного, я совсем забыл. Демонстрация экрана. Начать, товарищи, вот вам демонстрация. Налюбуйтесь моим экраном в первом рядах. И еще рядах. Раз плюсик, звуки передачи. Да, передача сильных звуков. Вот вам, товарищи. Вот это разговор. Да. Любуемся вашим экраном, везде он идет. Да, он везде, где только может быть. Так, товарищи, в общем, смотрите, нам сейчас что делать дальше? Нас куда-то послали, мы там, в общем, где-то очутились. В общем, какова наша сейчас задача? Как вы думаете, куда нам нужно идти? Ваше мнение? Да это все золотая рыбка. Да, это рыбка, она всегда плавает у меня где-то в глубине мозга и надо напоминать о себе. Ну, это нормально. Один краб страдает. Музыка из резика. Один краб страдает застреванием в трех соснах, а другой краб золотая рыбка, оказывается. Ну да, именно так. Дверь перед бомбой, не забывайте. Да, кстати, дверь перед бомбой, совсем чуть не забыл. Так, знаете, а вот тут, в общем-то, есть еще комнаты какие-то. А, я, кажется, понял, куда нужно идти. Я понял, все, я догнал. Моя рыбка меня отпустила. Рыбешка меня отпустила, и я вспомнил, куда нужно идти. Так, ну что ж, давайте пойдем. Слушайте, ну сегодня мы неплохо продвинулись по сюжету. Узнали много интересного. Оказывается, Садака, это все было ее виртуальная реальность как какая-то. И это все было, как говорится, неспроста задумано. Это, в общем, проклятие какое-то такое необычное. Говорят, что эта игра сделана ближе по книге, так сказать. Звонок, чем фильм. Не знаю, правда это или нет. Да, куда уж ближе. Вы знаете, главная героиня мне напоминает Аю из Parasite Eve, которая попала во вселенную Матрицы. Да, на самом деле, такая смесь, как будто Ая попала во вселенную Матрицы и Silent Hill'а. Ее знатно плющит после этих событий, как вы видите. То какие-то Садака являются ей, то какие-то демоны появляются. В общем, все вместе сразу. Как мы видим. Так, ну что? Кто игру заказал? А игру заказал наш товарищ Химилак, который наш. Они уже интересуются, кому того сделать. Да не, ну игра норм. Ну игра, да, неплохая. Ну есть. Да, это вы, товарищ, просто пропустили вчерашний стрим, где кое-кто марафоном занимался по офису 2 часа подряд. Да, это моя рыбка, она плавать захотела, в итоге 2 часа поплавала и осталась довольна.
Так, пошел перевод, я перевожу. Хорошо, это сработает. У меня нет чувства времени, я не знаю точно, сколько времени прошло. Так, и в итоге я не видел Джека, но мне лучше вернуться. Так, ну вот, наконец-таки мы возвращаемся. Снова в капсулу, снова приходим в реальность. Напоминает выходим. Фильм «Чужой». Да, кстати, очень сильно вот этот момент. Да, сколько отсылок, а? Ну, это такая смесь «Чужого», прям «Сайлент Хилла», «Матрица», я не знаю, все намешали, все, что возможно, все жанры. Ну, больше всего здесь забавляет музыка и звуки из «Резидента». Кстати, да. Как ликеры будто ходят. Вот прямо так себя то же самое чувствую после 12-часового нахождения за компьютером, вот так же. Не, скорее после этой игры. Да. Так, поразмыл наши герои. Я вернулась, во всяком случае. Так, это ей не хватило, походу. Шизука, кто этот, черт возьми? Что? Роберт! О, пушка, смотрите. Это, мне это пригодится. Где игровой мир? Я окончательно запуталась. Роберт, я верю, что еще жив. Слушайте, ну тут прям интересно пошло, смотрите. Ты нашел пистолет взять, да, взяли пистолет. О, у нас же еще столовки сколько осталось патронов, там есть. Открой бардачок. Да, о. А там пистолет. У нас теперь есть пушка в этой реальности, наконец-таки, спустя большую часть игры. Уже радует. Да тут до финала рукой подать уже. Разве? Уже немножко осталось совсем? Если немножко, то будет здорово. Будет здорово, если я смогу позвонить сюда. Традиции стримов краба. До конца 5 минут! Боня, не завершай стрим! Да, типичная ситуация на стриме краба. Ну, здесь минут 50. Да, возможно. Я не могу позвонить отсюда, мне не везет. Да, и как и мне, в принципе. Ну, прям как спецагент с пистолетом. Да, вот сейчас как-то поговорить не смотрится персонаж. Извини. Это уже что-то из секретных материалов. Похоже на агенту Дану Скалли. Да, правда, светлоус не тот совсем, конечно, но все же. Все же. Почему? Так. Цвет волос вполне тот. А, ну если только брать первые серии, когда у него еще не был совсем ручий цвет. Я, по-моему, не был примерно так. О, смотрите, все тут лежит. Пистолет. Между прочим, есть еще и хоррор во вселенной секретных материалов на PlayStation 2. А-а-а. Даже так есть, оказывается. Да. И он вроде это же квест был. Нет, он очень сильно на Resident тоже пародирует инвентарем, оружием, врагами, зомби там будут и прочее. На четырех дисках, если я не ошибаюсь. Да я уже не помню, на скольких там дисках, но он есть. И там графони такие, персонажи, все, актеры, внешность подарили, озвучили, все как полагается. Так, ну тогда мы знаем, что, оказывается, еще есть такие клоны и двойники. Что значит клоны? Это полноценная игра по сериалу. А, даже так? Я потом просто только клон, там, конечно, сюжет... по-моему, никак не связанный там с каким-то сезоном, но там довольно-таки интересный сюжет. Там зомби, расследования, интриги. Скандал в расследовании. Да, только там чем отличается игра от Резидента выгодно? В открытом мире. Mm-hmm. Там по городу можно перемещаться. Круто. Mm-hmm. Так, в свое время я и сильно искал эту игру на мою PlayStation, но не нашел секретные материалы, в смысле. Mm-hmm. Ну, ничего, я думаю, может найдем еще, даже может постримим эту игру когда-нибудь. Так что, товарищи, все может быть. Так, она все равно не открывается. Интересно, что с Лукино? Куда ты держишься? О! Энергия отключена. Подождите в ваших комнатах, пока система не восстановится. Повтор. Энергия отключена. Подождите вас в комнатах, пока не восстановится. Лукино. Он сказал, у меня 3 минуты. Все будет хорошо, если я выберусь за дверь. Я смогу это. А, смотрите. Как же круто с демонстрацией экрана, нет задержки. Да, на самом деле, вот так мы будем и озвучивать на веку, в принципе. Всем демонстрацию экрана влюбим, и будет все вообще супер. Так сказать, новый этап, так сказать, для нашего канала и новые, так сказать, наработки. Да, товарища Бубу очень раздражало, что я что-то говорил, когда там уже были диалоги в HR-эффекте, видеоставки. Ну, да, это своего рода задержка, в общем-то, обычная на ГГ, которая бывает. Так, смотрите, в общем-то погасили свет, нам нужно куда-то проникнуть.
Куда нам проникнуть? Вот хороший вопрос в чем. Давайте посмотрим. 5 минут до взрыва. Так, 5 минут до взрыва. Вот видите, как-то... здесь решили сделать 3 минуты, чтобы не плагиатить. Бомба за дверью. Бомба за дверью. Где же бомба? А, вот, смотри, чуть мигает. Так, ну что ж, товарищи, в общем, попробуем найти. Сейчас куда нужно идти. Так. Ну, у вас еще так много времени как раз. Да, в общем-то, попробуем что-нибудь найти. Ну-ка, где же у нас был? А, электроэнергия, что-то такое он говорил. Это, по-моему, на первом этаже. Там нужно в какую-то другую сторону. Если я не ошибаюсь. Да, это надо по лестнице идти. Так, у Сейджера бедолаги все. Ну вот, в общем-то, последние вздохи, так сказать, уже говорит. Уже, ну вот, по-моему, менять пора на батарейку. Ну знаешь, товарищ, если бы ты объявил, что завтра будет или в понедельник стрим по паразитке на кошмаре, или хотя бы третьей сложности, да, я думаю, думаю, он сразу он бы разобрался со своим ноутбуком как следует и очень быстро. Эдакий стимул был бы для товарища. Да, вы возьмите на заметку, может, сделаете товарищу подарок. Да, он уже с каких пор просит пройти на харде. Да, уже где-то месяца 2 или 3, и голосовалка победила за кошмарный режим паразитки. Посмотрим, посмотрим, товарищ. Вы тогда есть основания требовать этот стрим. А, поглядим, поглядим. Так, а ну-ка давай. Блин, жалко той музычки из начала игры. Я бы установил скайп, троллил бы из скайпа. Эх ты, тролляка сейфер. Тролляка ты наш. Так, смотрите-ка, надо назад вернуться. Назад вернуться и в дверь. Да, у меня же записи стерлись, кстати. А говоря, это не проблема. Записи я могу легко предоставить. А, ну наш товарищ. Так что не выкрутишься. А, ну давайте, давайте, я два. Только... Сейфер, видишь, я тебе это как удовлетворю твою мечту. А с тебя Магарыч будет. Ну-ка глянем, вообще туда иду. Мне кажется, Сейфер в замешательстве. А не знаешь, как вы Магарыч сделать? Да я могу подсказать. Так, что-то переключаем тут. Скважина, контролировать нужен ключ. Вот, блин, мы, по-моему, туда пришли. Плохо, что света нет при таких ваших любимых ракурсах. Да, ну мы сохранились сейчас недавно, так что... Все как бы на ладу, нормально. Мне кажется, что мы сейчас гуфнемся. Куда же нам нужно было пойти? Гуфнемся. Мне, кстати, интересно, что будет за заставка. Да, мне тоже, кстати. Саундтрек решает, на самом деле. Прикольный он в этой игре. Вообще, да. Саундтрек тут особенно есть один такой саунд, который мне вообще будет сниться теперь долгое время. Да, не муша, вы многое пропустили. Ну я ничего, я думаю, товарищ в записи, может, глянет мельком. Ну да, ну да. Он на первом стриме в начале игры просто безумный. Так, 9 секунд, товарищ. О, на лестницу можно попасть. А, все, я не успел. А, ну все. Game over, мать вашу. Эх, ну короче, смотрите, новая зона, я теперь понял, куда идти. На лестнице во двор. Ханночка бы быстро все дошла. И Петр Петром. Оп! Ханночка бы просто бы, я не знаю, она бы все тут разнесла в своими выдающимися способностями. Просто бы. Одним залпом бы, и бубы-бадабум был бы. Я не знаю даже, как это назвать. Бедром бы, оп-оп, и все бы отключилось. Да. Ну, что, товарищ? А, Димуша, ну ты не переживай. Я ему игру закажу одну. Он про Ханочку после нее вообще забудет. Я заинтригован прямо вообще. Да-да-да. Я уже там ему один мелкий скриншотик показывал. У него уже там фантазия так заиграла. На следующей неделе я так и так отдаю ремонт. Так, ну что, смотрите, товарищи. В общем-то, мы знаем, куда теперь идти. Стрим мы закончим сейчас. Завтра, возможно, я сделаю пораньше стрим по этой игре. Где-то в 3 часа. Я постараюсь завтра встать пораньше. О,
А потом сразу как раз и в Outbreak. Да, потом в Outbreak, завтра тогда пораньше стану, сегодня, в общем, пораньше тоже лягу. А, это будет сделать трудно. Нет, ну в этот раз уже уж точно мы добьем, я думаю, завтра днем эту приливы, игру. Они злые. А, приливы, да, они такие, они в общем, корыстные. Ну и чё, я вспомню о Ханочке, и я сразу встану. Во всех смыслах этого слова, так сказать. Да вы, наоборот, не захотите просыпаться. Ну да, Ханочка будет мне сниться, я точно оторвусь. Ну ничего, ничего, все будет, товарищи. Ну потом, чую, будет сниться героиня моей игры, которую я закажу. Да, если еще будет с ней Ханочка рядом, то я тоже точно расставлю как снеговичок. Про Ханочку он точно забудет после той игры. Я не думаю. Поверь, так и будет. Ничего, ничего. Ханочка как первая любовь, она не забывается. Да, ну это вообще перебьет полностью. Ханочка, я просто буду вот так вспоминать о ней. А он еще такое не проходил. Ничего, ничего, товарищи. Так, ну ладно, в общем, продолжим завтра. Следите за анонсом. Завтра я обещаю, что в 3 часа у нас будет стрим. По расписанию пройдем по выставленному. Хотя бы постараемся пройти игру. Ну, уже до финала рукой падает. Да, ну, в общем, мы знаем, куда идти. В общем, всем спасибо, товарищи, кто был на трансляции, кто у нас будет в скайпе. В общем-то, всем до скорой встречи, товарищ. Всем пока-пока. Пока-пока. Да. До новых встреч. Сила Садака Ямамура. Это не похоже на убийство.